россияне, потому что Европа, вот эта маленькая штука, которая называется ручка газа, она запрещена. И в России не то, что не запрещена, но никто не так обращает внимание, как всегда. То есть вот просто нельзя, да? То есть есть более того, есть вообще русского народа. Очень достойный велосипед. Принцип велосипеда, я объясню коротко. Вы сможете кататься на велосипеде, как обычный велосипед. Вы сможете крутить педали, и при этом будет вас помогать мотор, это называется режим бас. Ну и русский вариант, ручка газ, и спорят. Я хочу сказать, что Арно не только продает велосипед, он участвует в разработке. То есть это не просто дилер, который купил подешевле и продал подороже, да, как многие занимаются бизнесом. Он участвует в разработке, у них есть уникальная одна вещь, которую они сами делали с нашими российскими ребятами, с нашими компьютерщиками. Я на нем даже один раз попробовал прокатиться в прошлом году, но он не едет, он привык действительно. Мы устраивали соревнования с лошадью, потому что смотрите наши фильмы, это красиво. Вот это было очень интересно, так что одно немного расскажи о том, что будет еще, потому что какое-то такое движение, которое не стоит на месте, на месте, и то, что там, автомобили могут продаваться там. Десятилетний даже, да, да, все в порядке, только велосипед, наверное, каждый год что-то отправляется, что будет в ближайшее время, то есть чего идет. Во-первых, диктует фильма, то есть пользователь, мы понимаем, что надо делать. Очень много направлений, как это утилитарное направление, вот этот символ скользения, кому-то нужно за городом свои картошки отвезти, туда-сюда, и бензин нет, а электроэнергетика есть. Кому-то нужно маленькие велосипеды, где будет борьба вес и борьба с размером. Кому-то нужно быстро, физически как-то быстро, это тяжелый велосипед. Но, то есть много направлений открывается, и каждое направление вы постараетесь каждый год его разработать. А здесь сколько представлено техники, чем отличается? Вот я вижу, что здесь вот такая часть стоит, да, и на улице. Можете что-то сказать? Ну, в принципе, здесь отличие, это, естественно, еще раз направление. Но и цена вопрос. Самый дешевый велосипед будет в районе 35 тысяч рублей, а самый дорогой немецкий будет в районе чуть дешевле 400 тысяч рублей. Поэтому очень большой разброс цены. Здесь представлены около 50 техник разные, и на улице тест-драйв около 30. Так что потерпите еще немножко, и вы сможете все это ощущать. Скажи, что это такое? Просто, например, замораживает взгляд, ощущение вот, чего-то такого космического и необычного. Что это? Ну, в принципе, это противоположная техника. Здесь борьба с вес и размер. Здесь, как вы понимаете, борьба с вес никак не может присутствовать. Значит, 80 км в час, 10 кВт аккумулятор. Ну, это 10 кВт. 10 кВт – это эквивалент 15 лошадиных сил. При весе около 40 кг. Но здесь это уже, в принципе, можно всего, видите, нет педали. Это русские совместные разработки, и мы очень гордимся результатом, потому что, ну, все думают, что в России ничего не нельзя, а я уверен, что можно очень много что-то делать. Вот результат, по-моему, достойный. Сколько он весит? 49. А на какое расстояние приезжает? Вот с такой комплектацией, где аккумулятор, до 150 км. Меньше, чем твои тесты. Еще раз, потом можно покататься очень классно по городу. Так, ребят, я еще хотел сказать, что тест-драйв, как это будет происходить, как будет ходить на улицу, вы начинаете катиться вот с того угла, объезжаете две машины вокруг, выезжаете и заканчиваете с той стороны, разворачиваетесь и возвращаетесь назад. Надеюсь, что у вас получится возможность почувствовать драйв велосипедов, и на самом деле, если не только велосипед, есть еще самокаты, расскажите, другие мужики, что еще есть. Да, значит, сейчас очень большой толчок электросамокат, он мечта много пользователей, которые вроде этих микродистанций от 1 до 3 км пешком долго, а на самокате буквально 5 минут. Он висит 9 кг самой легкой. Можно на метро, то есть дома, метро, работая, дома, магазин. Вот. Коротко, значит, налево большой велосипед, напротив выход маленький велосипед, ну, компактный, 20-дюймовый, и
компактные, специально запускаются такие комплекты, и вам подскажут, вот подходит для вашего велосипеда, какой комплект вам нужен, в зависимости от скорости, от бюджета, от ресурса аккумулятора. То есть это такое лего, да, получается, лего? Ну, это такое лего, да, людям интересно не так, потому что они занимаются чем-то вроде кастомайзинга, да, но тут главное это не забывать о безопасности. То есть ты можешь, конечно, самому купить, поставить, но когда никто это есть, все так скажет. Кстати, в том слове безопасности, мне кажется, наверное, важно было бы, у нас есть много гостей, какие-то, может быть, несколько таких типс, чтобы по-английски говорить, как, чтобы сделать так, что все это знаешь, что очень цель, советы хорошо. Внимание, внимание. Значит, у вас будет время, вы не волнуйте, подождите свой очередь. Прошу вас одевать вот эти шлема, послушайте наши инструктора и постарайтесь стартовать медленнее. Есть вопрос на велосипеде, это не на трусы, это для того, чтобы останавливать. И самое главное отличие от других, ну, любой другой техника, да, с обычным мотором. Как только вы нажмете на тормоз, вы вырубаете электронную педаль. То есть, если вдруг вы продолжаете отрезовать, все равно останавливаете велосипед. Это очень большой шанс. Наблюдайте дистанцию, на поворот смотрите назад и не ускоряйте гонки, чтобы все остались жить здоровыми. Все, ребята.